Друзья, всех приветствую. 2015 год, Honda Cross Tour. На автомобиле на 98 тысяч. Работа двигателя у нас отличная. Покажем работу двигателя снаружи. Отличная работа двигателя. По передней части у нас битые фары, отбойник битый. Тут поджало фены. Радиаторы будут битые по низу, мне кажется. Крыло не годится, суппорт кривой. Диск битый, дверь битая полностью не годится. Капот имеет такой дефект. В общем, как бы и тут имеет дефект. В разных местах. Крыло битое, резина старая, диск коцанный. Дверь битая, зеркало обломлено. Задняя дверь имеет такие продольные царапины. В общем, неплохая задняя дверь. По задней части у нас все отлично. Бампер имеет такие сколы, царапины. Основное, в общем, все это целое. Дверь целая. Обшивка более-менее. Безопасность, торпеда, все это уцелело. Есть люк. Ремни не годятся. На этом все.